Як вас звуть і звідки ви? Я Таня з Києва. Дуже приємно. У Тані от є таке свідчення. Минуле суботнє служіння, вона прийшла на служіння ради того, щоб отримати зцілення. Перед тим вона дуже отравилася, у неї була висока температура. Але коли оголосили про молитвену лінію, вона не змогла піднятися, щоб вийти на молитвену лінію. Але вона молилася на своєму місці, і Господь відповів на її молитву. Да, я приехала сюда, я ушла с работы, потому что я уже теряла сознание. И у меня был выбор поехать домой, отлежаться, принять таблетки. Вот. Но я решила, что я приеду в эту субботу, я получу исцеление. Я ехала, ну, честно, мне было плохо в метро, я уже в таком состоянии, я там вот сидела. Я, когда была молитвенная линия, я полчаса плакала, я просила, я говорила: «Господи, обними меня своей любовью, исцели меня, пожалуйста, своей любовью. Я хочу, чтобы ты меня подошел и просто обнял меня». Вот. И подошел один служитель, он в возрасте уже был, ну и есть он, слава Богу, да. Вот, просто его сейчас нет на служении, к сожалению, но я ему засвидетельствовала прямо на следующий день. Вот, он подошел, начал молиться за меня, он минут 10 стоял, молился, а потом отошел от меня и сразу же подошел опять и просто обнял меня и сказал, говорит: «Господь тебя так сильно любит», и я так почувствовала любовь Отца внутри себя. Я была так благодарна Богу, что Он осуществил ту просьбу, которую, ну, я хотела этого. И на следующее утро я встала, у меня не было ни температуры, у меня не было никаких последствий отравления, я была полная сил, я поехала на работу, я отработала. Вот, так что слава Богу! Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу! Здравствуйте, дорогая церковь! Было в служении кормления бездомных, и, получается, молились за людей, проповедовали Евангелие, и за девушку собиралась молиться, даже еще не успела сказать, как огонь Божий только прикоснулась, и на нее, ну, на меня огонь сошел, и на нее сила. И она потеряла сознание, 5 минут была в отключке. И когда пришла в себя, она говорит, что и маму покойную видела, на небесах была, Иисуса видела, и, получается, она в таком испуге была, что она, когда проснулась, она сразу, как все вредные привычки оставила, сразу говорит: «Как мне жизнь изменить?» И, ну, и начала сама расспрашивать, что делать. И она сначала еще минут 15 в себя приходила. Ну и пока мисс она лежала в отключке, ее, ну, парень кричал на меня, говорит: «Что с ней? Вы мне убили жену там». Ну, в общем, говорят, я такая, я говорю: «Подождите, сейчас Бог с ней работает, все хорошо». Вот. И, получается, ну, такая вот ситуация была. И сейчас это... И потом мы за нее молились. У нее, получается, носовая перегородка была очень сильно сломана, она восстановилась, аллилуйя, позвонки выпрямились, нога на 3 сантиметра выросла, и она получила исцеление от болезни. Но еще ей нужно, ну, она почувствовала это внутри, как, ну, тепло сходило по органам, но ей еще нужно, как бы, медицинское, ну, свидетельство. Вот. И, получается, и все, ну, как скажем, голодные, беспризорные, которые там были, все сразу уверовали, все сразу начали ходить на кормление стабильно, приходить, Новый Завет читать, молиться. И, ну, в чем еще слово Божие, что все бездомные, за которых молимся на улице, либо которые вот алко-наркозависимость у них, то Бог после молитвы покаяния, Он сразу их исцеляет, наполняет их любовью Божьей, и исходит дух усыновления, удочерения. Это вот слава Божья, это было вот пророчество это для Украины, и Бог вот так вот двигается. И что самое ценное, слава Господу, что Он их определяет на реп-центры, Он полностью делает устройство, что они не остаются на улицах, они находят, ну, они хотят менять свою жизнь дальше, хотят работать, хотят меняться. Это вот огромное свидетельство, слава Господу. Второе сейчас, это то, что сегодня говорила пастор Инна, что наша проповедь будет сопровождаться чудесами и знамениями. Аминь. И это большие чудеса. Следующее служение у нее, свидетельство исцеления ребенка. Тоже очень интересная история. Вот, благодарю Господа. Он очень сильно любит деток. И, ну, даже невозможно мимо них пройти. Но вот я ехала в метро, и, получается, слово знания получила, что у девочки проблема с ногой. А девочка 7 лет, ребенок. Я подхожу, говорю: «Что у тебя с ножкой?»
Она говорит, разрыв связок, на гимнастике порвала. Я говорю, ну давай помолимся за исцеление, тебя сейчас Бог исцелит. Она говорит, давай. И мы молимся, молитва покаяния, и только возлагаю руку, даже не успела еще сказать, исцелена во имя Иисуса, сразу огонь сходит, я говорю, ну проверяй колено. Она начинает трогать, сразу этот гипс снимает, в шоке, прыгает, скачет, люди вокруг, ну, в восторге как бы. И она потом еще звонит мне, говорит, вы представляете, не болит нога, я уже на тренировку иду. Вот, слава Господу. Аллилуйя. Вот, и третье свидетельство, что насколько важно не пройти действительно мимо, насколько важно вот сочувствие к людям, да. Две ситуации, ну, много ситуаций, но вот две за эту неделю были ситуации, что идешь, и человек лежит на земле. И слово знания получаю, что у человека алкогольная интоксикация. И, ну, сейчас, если за него не молиться, он умрет. И вызывает, ну, пока есть другой человек, вызывает скорую, за него молимся. Скорая, конечно, через 30-40 минут приезжает, и она бы уже не доехала. И получается, за человека молимся, Бог дает слово знания, ведет молитву. И получается, человек сразу приходит в себя. Он был очень бледный, и его лицо начинает розоветь. Он розовеет и сразу начинает в себя приходить, и начинает плакать. Идет молитва, ну, как вот, идет покаяние, и человек вообще выходит, ну, грубо говоря, из этой комы, поднимает руки и начинает говорить «Хвала Иисусу!». Это вообще невероятно. И приезжает скорая помощь. И молюсь, чтобы они его забрали и оказали ему помощь. И получается, скорая приезжает, я начинаю говорить, что, ну, свидетельствуем, что вот если бы вы дольше ехали, ну, вы бы уже забирали бы мертвого человека. Я говорю, я не знаю, верите вы в Бога или нет, но только что он получил исцеление. И он сам свидетельствует, уже сидит. И получается, и чудо в чем? В том, что скорая помощь сейчас, она людей, которые слегка даже пьяные, она их не забирает. Но они его забрали, ну, как бы увезли обследовать и так далее. Вот, это слава Господу. И следующая была ситуация, вот, как бы вчера я тоже спешила там по своим делам, позавчера, спешила по своим делам, да, и человек тоже вот лежит, и слово знания приходит, что у него эпилепсия. Человек просто лежит на земле, люди проходят, переступают вот перед метром, да, и получается, и Бог, ну, дает слово знания, и как молиться. И начинаю молиться за него, а он лежит, у него аж лицо уже сиреневое. Вот, и Бог вот начинает касаться, его сила сходит. И он начинает, ну, в себя приходить. Когда в себя приходит, сразу говорю, повторяй за мной. Он повторяет молитву покаяния, и уже дальше Бог более мощно двигается. И следующая ситуация, что люди вокруг, которые шли, они подходят, их даже манит, ну, как Дух Святой их привлекает. И они стоят, они это все наблюдают, ну, как бы, и потом говорю, вот у нас служение в субботу, приходите. Ну, как бы, и люди, ну, вот этот человек, он даже сам сказал, что он уже был, уже в аду был, он уже, ну, как бы его как вытащила рука с того света, вот, ну, когда он в себя пришел. И это для него свидетельство, он говорит, я больше пить не буду, помолите, чтобы я больше не пил. Этот человек, ну, вообще в восторге был. Слава нашему Богу, наша Аня уже задание домашнее выполняет каждый день. Слава Иисусу. Можно прокомментировать? Татьяна всегда вот нежелание и многих сестер говорить, сколько им лет, но знаете, я всегда говорю, что есть много сестер в церквях, и у нас есть много сестер, которые могут просто выйти и сказать, меня зовут Татьяна, мне 50, вот там, сколько-то лет. Да? А есть сестры, которые выходят и говорят, мне 78. И все, и на этом можно сестры заканчивать, это уже свидетельство. Да, уважаемые и благословенные братья и сестры, я просто хочу засвидетельствовать, как Бог работает через хлебопреломление. Я стала по утрам, во время молитвы, преломлять хлеб. И пить раньше я просто пила воду, а теперь это чашка большая. Просто говорю, Господь, это Твоя кровь, которая циркулирует в моем теле. Боже, дай силы сказать. Кровь очищает вообще каждую мою клеточку. Это воспоминание твоей силы, твоей славы. А у меня дом так расположен на левом берегу, на Радужном, на 12 этаж. Я весь правый берег вижу, так вот дачи, все-все. То есть у меня такой простор. И я стою, вот и действительно я смотрю в небеса и говорю Богу. И даже Господь дал мне купить вообще по такой низкой цене с медом. Да. И я говорю, ну, Господь, спасибо тебе. И вот я начинаю вспоминать вообще,
о всех тех чудесах, которые Он на кресте приобрел для нас. И эти чудеса начинают буквально проявляться в жизни. И сегодня мне Дух Святой говорит: запечатывай себя всем тем, что я приобрел для тебя на кресте. Опутывай себя всем тем, что я приобрел для тебя на кресте. И просто вот повторяет: сила моя, мы говорим, все твое, все мое твое, я отец твой. Это раньше он мне говорил. И когда ему это произношу: ты отец мой, все твое мое. И он мне перечисляет: сила моя твоя, мудрость моя твоя, любовь моя твоя, вера моя твоя. Мы же говорим, имейте веру Божью. И вот все, что есть, все те дары, все те плоды, он просто начинает перечислять через меня. Я понимаю, что это не я Таня, которая стоит, говорит. А Бог просто говорит, говорит, говорит вот в такой благодати. И я говорю: Господь, ты во всем, и в бизнесе. И тут раз, вот такой, буквально через несколько часов звонок, люди отказываются от одного человека, и совершенно незнакомые звонят мне, говорят: мы хотим там у вас приобрести. И Бог вот так раз и финансово благословляет. Ну, вообще я этих людей не видела и не знала. И я поняла, это я вторую неделю делаю утром. Дух Святой будет, просто будет, поднимает. И я его слышу голос, что пойдем, пойдем, будем общаться. Мы общаемся где-то часов до 7, до 15 минут восьмого. А потом уже я ему говорю: ты мой партнер, дорогой. А теперь мы бежим общаться на улицу. У меня пробежка и плавание. И до полдевятого мы общаемся, пробегая 3-4 иногда километра. И в это время он дает такие откровения. Я вот говорила сестрам: на физическом уровне ощущение Божьего роста, вот духовного, и Божьей силы. Вот просто на физическом уровне. Не то, что я знаю, потому что я знаю, а я это физически воспринимаю, что называется, пропитайтесь, как малосольный огурец пропитывается. И он говорит: на жаждущие изолью. И чем больше есть жажды, а Дух Святой эту жажду поддерживает, я поняла, изо дня в день Дух Святой жажду поддерживает. Он не дает ей угаснуть. И в течение дня он в этом тоже ведет. И людей приводит для того, чтобы им свидетельствовать. Открыто говорить о Христе, о Господе, о Его славе. И вы знаете, вот это я вообще считаю, что тот уровень отношения с Христом, с Господом Иисусом Христом и с Отцом Небесным, который нужно стремиться достигать. Вот стремиться к Его славе, стремиться к Его силе, вере. Ну, тогда точно можно говорить: все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Слава Господу, слава Господу. Да, Слово Божье живо и действенно. Он говорит: от славы в славу, аминь, от веры к веру. Когда мы делаем какой-то новый шаг на новый уровень, Бог бежит нам навстречу со всей силой. Слава Господу. Аминь, аминь. Я просто всех побуждаю, каждый, кто хочет испытать Бога, он говорит: испытайте меня, и проверить себя. Принял решение, действуй. Заявляй вслух: я заявляю, что я буду это делать. Как только это сказал, Дух Святой начинает помогать. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Спасибо. Слава. Добрый вечер, церковь. Я Наталья. Ну, я здесь служу. Слава Господу. И было очень интересное свидетельство, и для меня тоже. Приехала сестричка из Ровно к нам в гости. Это было давненько, и мы с ней так сдружились, и периодически мы с ней созваниваемся. И вот недавно буквально я позвонила, там у нее отец и мама больны, отец в очень тяжелом положении был, его забрали в больницу. Ну и он с катетером. Катетер почистили и возвратили его домой.
И вот я ей звоню, побуждение, Дух Святой прямо меня так выводил. Я ей позвонила, а она говорит: ты знаешь, у папы такие боли, у него в почках камни, и он мучается очень. Слушай, говорит, помолись. Ну, я помолилась. Я молилась и просила Господа: во имя Иисуса Христа, камни, раздробитесь до мелкого песка и выйдите без боли, как по маслу. И проходит, значит, я ей опять звоню, говорю, как там папа? Она говорит: слушай, день-два буквально прошло, и боли у него такие, он прямо криком кричит. Вызвали уролога. Ну, уролог говорит: давайте чистить будем катетер. Она говорит: да только ж в больнице прочистили. Говорит: ну, давайте посмотрим, а там вот так песка полностью. И все, вытащили этот катетер, прочистили, и вот литр мочи сразу у него вышло, и прекратились боли. Вот такое свидетельство. Слава Господу! Слава Господу! Слава, да. Господу! Слава вся только Ему!